Дамир, это джаз или там блюз исполнители. Очень, между прочим, классно играют эти. Господи, чернокожие очень классно поют, очень классно играют. Вот. Ну да. Ну у них же черная кожа. Что-что, Мирыч? Что-что? Ку-ку, привет! Так, вниз. Что-то здесь пошел какой-то сбой в системе. Блин, аж голова кружится. Спускаться на неработающем эскалаторе. О, как здесь красиво. Там куча кафешек всяких. И нам еще необходимо будет спуститься поесть с Дамиром. Вот. Так что мы сейчас снимаем деньги, чтобы он поиграл в автоматы. А потом нам нужно будет еще спуститься и что-нибудь поесть. У меня уже разрядился... О, здесь тоже есть бубльгум. Прикольно. Короче, нам еще нужно будет... Что? Чего? Да, я не видела, не обратила внимания. Короче, нам с тобой нужно будет сейчас обменять деньги, взять жетоны, чтобы ты поиграл на автоматах, а потом нам нужно будет еще спуститься поесть, вызвать такси и поехать домой. Что, ты хочешь сфоткаться возле этой женщины? Я уже не буду разворачивать камеру, давай так. Все, сфоткала. Ух ты! Детская империя, в мире детская мода, какие чаечки прикольные. Короче, у меня уже один телефон разрядился. Он постоянно гавкает, пауэрбанк отходит, провода. И... Ну, у меня есть еще в сумке. Это не последний мой телефон. Надо еще. Мне Владимир хотел подарить еще телефон один на день рождения. Я говорю, я хочу Айкос. Я говорю, на день рождения хочу Айкос. А телефон уже на Новый год, наверное. Что-что? Больше за Айкос.